начал читать Чехова. Мне казалось, что это скучно и интересно. Но потом я посмотрела спектакль «Баранина» с Назом Чеховым. И мне показалось, что он современник. Мне очень понравился рассказ Хюнки. А мне на Лейку нравится. Мне кажется, Чехов усмирил пороки нашего общества. Читайте Чехова! Тащу! Тащу! Маленькая рыбка! Помогай! Помогай! Знать не налил. Фунтов 5 будет. Печень так отдувается. Так и прет ей за утра. Этот легко рвать. Бывает одни корешки. И все. Сергей Кузьмич, на то вас Бог посвятил. Вы лучше знаете. Вы нас благодать любите. Дай Бог вам здоровья. А что тут делать? Десну надрезать. Тракцию по вертикальной оси. И все. Чехов ошибался. Его будут читать всегда!